Олег, твої листи і твої слова, як і багатьох інших людей, але, напевно, твої особливо, розбирали на цитати. І я переконана, що всі з нетерпінням очікують про те, що би ти хотів зараз сказати от на своїй першій після звільнення прес-конференції цим людям, нам усім і тим, хто нас дивиться зараз в прямих трансляцій. Всім добрий день. Какой про вопрос, что я забыл? А, ну все ждут новых цитатов, я правильно понимаю, да? Ну сейчас постараемся. Вот, на самом деле я хочу пару слов сказать. Ну, во-первых, спасибо, конечно, всем. Я не хочу ни на ком заострять внимание, потому что людей было очень много во всех странах. И мы очень благодарны за то, что вы нас поддерживали и вы нас смогли спасти. И, конечно, следующие слова о тех людях, которые еще остались там, о наших пленных, о пленных в Донбассе, которые, я очень надеюсь, тоже смогут вытащить. Мы все будем для этого стараться, я тоже, соответственно, сделаю все, что в моих силах. Но кроме наших пленных, там в России есть и те люди, которые... Россияне тоже борются за себя, за свою свободную Россию, за нашу Украину, как бы, которые ну, наши настоящие братья. Еще я хотел бы два момента озвучить сразу. Как бы, вот. Первое, пользуясь случаем, хочу сказать очень большую благодарность всем украинским, не только украинским СМИ, за вашу работу, за вашу борьбу. Потому что то, что сейчас происходит в Украине, наш... Ну, конфликт с Россией, назовем так, как бы, да, он во многом информационный. И проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его там поддерживает. То есть эта империя строится на лжи, а единственный способ борьбы с ложью – это говорить правду.